Ребят, всем привет! И сегодня у нас в видео небольшие токарные работы на моем новом замечательном станочке с электронной гитарой Metal Master MML2140VE. На днях мне один очень хороший знакомый подогнал вот таких вот 10 штук прутков шестигранных под ключ на 19. Подогнал он мне их бесплатно, но с просьбой, мол, Серег, вытащи мне переходник, адаптер под дрель, шуруповерт вот под такую вот шлифовальную тарелку. Так что, друзья, сегодня я буду точить моему хорошему знакомому, который подогнал вот такие шестигранники, адаптер под вот такую вот шлифовальную тарелку. И точить я буду этот переходник, этот адаптер, из этого же самого шестигранника. Поехали! Хвостовик выточили, выдвигаем заготовку и отрезаем. Устанавливаем отрезной резец. Чтобы не сломать пластинку, до конца не дорезаем, а просто отламываем заготовку. Вот такая вот у нас заготовочка получилась на данном этапе. Это хвостовик. Эту сторону нужно будет проточить до фломастера. Вот эту часть мы оставим под ключ. Проточим мы до 13,8 мм. Вот этот торчок можно срезать резцом, а можно убрать на наждаке. Я уберу его сразу на наждаке, пока заготовку не установил в патрон. Так, ну все, торчок я сточил на наждаке. Теперь зажимаем в патрон за хвостовик и протачиваем шестигранник до фломастера в размер 13,8 мм. А потом нарежем резьбу М14 шаг 2. А нам надо 13,8. Снимаем миллиметр. Так, все, проточили, должно быть нормально. 13,83. Отлично. Ну а теперь настраиваем электронную гитару. Шаг 2. Дистанция. Дистанция 25 мм, дистанция, резьба правая, в ручном режиме, так, это оставляем, сохраняем. Так, маточную гайку мы замкнули, сейчас настраиваем обороты и делаем холостой проход. Отлично, возвращаемся обратно. Теперь подводим резец и начнем нарезать резьбу. Отводим. Возвращаемся обратно. И таким образом станок нарежет резьбу. В данном случае 2 мм. Только нажимай вот эту кнопочку и подводи и отводи резец. Ну все, размыкаем маточную гайку, останавливаем станок, резьба нарезана.
переходник готов. Ну вот, друзья, не торопясь, 15-20 минут и переходник готов. Адаптер готов. Просьбу мы выполнили. Сейчас проверим. Отлично. Как тут и был. Ну а вот так вот это будет выглядеть. То есть тарелка с адаптером под патрон дрели или шуруповерта зажимается. Сюда наждачка и шлифуем. Я доволен, и хороший знакомый мой тоже будет доволен. Ну что я хочу сказать, сказка, а не работа. 15-20 минут, не торопясь, и у нас получился переходник. И переходник не хуже, чем в магазине. На этом станочке просто в кайф работать. Особенно кайфуешь при нарезании резьбы, так как резьбу он режет практически сам. Электронная гитара. Так что, друзья, работу мы выполнили. Выполнили ее качественно. А кого из вас интересует приобретение такого же станочка с электронной гитарой Metal Master MML2140VE, ссылочку я обязательно оставлю в описании под видео. А на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока!